В жару многие отправляются отдыхать на пляж в мэрии, просят кировчан быть внимательнее при купании. Городской пляж патрулируют экипаж спасателей из 2 человек, дежурят преимущественно на воде. Это позволяет быстрее реагировать на ситуации, когда людям нужна помощь. Бывает, что отдыхающие пытаются переплыть вятку, делать этого не стоит, может унести течение. Спасатели стараются пресекать такие попытки и возвращают пловцов обратно на берег. Патруль дежурит на пляже с 10 утра до 8 вечера. В воде установлены буйки. Они ограничивают зону купания детей и взрослых. Их границы могут меняться в зависимости от уровня воды. В первую очередь купаться стоит в строго отведенных для этого местах. Дети должны быть всегда под присмотром взрослых. Что по запретам? Запрещается заплывать за буйки, подплывать к лодкам, моторным суднам и так далее. Лучше на матрасах не плавать, потому что в течение может подхватить и уже унесет далеко.